Михайловское шоссе – это одна из самых загруженных дорог города. И одновременно с этим – одна из самых разбитых. Водители то и дело жалуются на ямы здесь, которые к весне становятся настоящей проблемой. Поэтому участок этот и был выбран для ямочного ремонта. Бригада рабочих заделает выбоины на участке от Московского шоссе до улицы Московской. Погода таким работам не помеха. Впереди проходит человек, во-первых, сушит воздуходовкой их. Во-вторых, если что-то, она где-то небольшая влажность попадает, смесь имеет большую температуру, она ее сразу влагу, лишнюю небольшую выпаривает. Ямы на дорогах заделывают литой асфальтобетонной смесью. Это тугоплавкий битум, смешанный с гранитным щебнем. Все это нагревается до 200 градусов и заливается в яму. Уже через 15 минут, когда заплатки остынут, по этому участку дороги проедут первые автомобили. Технология позволяет использовать смесь в холодное время года при температурах до минус 30. Это часть запланированных работ. Также еще идет бригада по ликвидации выбоин щебнем. Подсыпая щебнем. Также в ночь еще будем продолжим работать литой асфальтобетонной смесью. Преимущественно ямочный ремонт проводят ночью. Так дорожники не создают помех транспорту. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».